Как ты считаешь, какой вещью можно преобразить интерьер, согреть себя, использовать как накидку для мебели, как покрывало? Ой, ну даже не знаю. Может быть, это наш плед? Конечно, именно пледом вы украсите свой интерьер, согреете себя весенними вечерами, летними вечерами, но и также обновите свою мебель. Это прекрасное покрывало, это прекрасная накидка. Оль, ты знаешь, а я еще плед стелю своей дочке на полу, чтобы она играла. Даже ей на было полу? Тепло. Да. Катя, вот это да, какая мягкость и нежность. Вы представляете, это не только многофункциональное предложение, но еще и очень-очень приятное на ощупь. И только сегодня за 999 рублей вы получаете плед «Золотой рассвет». И у нас для вас есть варианты расцветки. У нас 4 цвета на выбор. Давай, Катя, все представим, чтобы сразу можно было уже оформлять свои заказы. Да, 4 цвета. Итак, у Олечки в руках это у нас цветочный букет. Посмотрите, какие яркие солнечные оттенки. Вы только представьте, как заиграет красками ваш интерьер. Итак, следующий плед у нас очень нежные цвета и любимые, мне кажется, каждой женщиной розы. Посмотрите на эту красоту. Вот они, розы, и называется наш плед «Розарий». Ой, ты знаешь, Оля, нежный. Что зеленый цвет – это вообще цвет 2017 года. А еще, знаешь, мне кажется, это очень винтажная расцветка. Она прям буквально мне сразу напоминает, знаешь, вот как у моей бабушки было оформлено в квартире. Потрясающее решение. Любите розы? Заказывать расцветку «Розарий». Но это не все. У нас есть еще два варианта цвета. Да, еще два варианта. Еще один очень солнечный, очень насыщенный цвет. Это у нас весенние трели. Посмотрите, какая это красота. Оранжевое сочетание с желтым придаст вашему интерьеру не только солнечного света, но еще, ты знаешь, придаст хорошему настроению, потому что оранжевый и желтый очень позитивно влияют на человека. Ну и здесь и птички очень красивые, и все это в райском саду. Давай и еще одну расцветку, четвертую покажу. Вообще, я считаю, нужно заказывать сразу несколько вариантов, тем более, что и для себя, и в качестве подарка плед «Золотой рассвет» — идеальное решение. Согласна с тобой. А тут, Олечка, к нам ласточки прилетели. Ну, не только ласточки, у нас здесь есть и цветы. Название пледа все-таки ласточки. Желтые оттенки, опять же розовые. Только посмотрите на эту красоту и представьте, как преобразится ваш интерьер. Насколько он станет солнечным, насколько он станет свежим. Давайте готовиться к весне. Давайте преображать свой дом. Ну и, конечно же, окутывать себя теплом и нежностью. Оля, а ты представляешь, какой ты великолепный подарок. Ой, он не только великолепный, но еще и мягкий, теплый, пушистенький. И все это плед «Золотой рассвет». Только сегодня цена 999 рублей, 600 рублей экономия. И я вам рекомендую заказывать сразу не один, а два, три, четыре пледа и делать подарки своим любимым и дорогим. Вообще, ты знаешь, уют дома зависит, конечно же, от деталей. Бесспорно. От текстиля. Так вот, как же приятно, что, Кать, сегодня у нас такое специальное предложение только сегодняшнего дня. Олечка, ну у нас не только специальное предложение, у нас есть еще и комплект штор под стать нашему пледу. Точно? Для создания полноценного интерьера. Штор называется «Карамельный шик». О них мы поговорим немножечко позже. А сейчас, Оля, конечно, я хочу как эксперт уделить внимание еще и качеству пледа. Потому что это не только красота, это не только обновление интерьера, это еще и необычайная мягкость, которая дарит нам новейшие технологии Airsoft. Как? Ну-ка, подожди, для меня новое слово. Да, это Airsoft. Это новые технологии в мире текстиля. Но ты знаешь, в чем уникальность этого пледа? Уникальность в том, что здесь мягкость сочетается еще и с прочностью. Так, да ты что, прочность? Да. Подожди, Катя, ну ты знаешь, когда я беру в руки и трогаю нежный-нежный, как пушистенький, буквально как будто цыпленка я в руках держу, желтенького маленького, какая прочность? Ты знаешь, у меня такое ощущение, что он буквально сейчас растает у меня в руках. Олечка, да, ощущения именно такие. Но этим и уникален этот плед, что здесь нежно сочетается с прочностью. Все-таки такие технологии изготавливают японцы, а они знают толк в ноу-хау. Ну давайте проверим, что говорить, Оль, чтобы не быть голословным. Сейчас я тебе докажу, что это не только нежность, но и прочность. Так, ну-ка, ну-ка.
Ой, Катя, смотри, не порви. Олечка, о чем ты говоришь? Ничего я не порву. И ты посмотри, плед даже не деформируется, не растягивается. Слушай, что уникально. Я тебе хочу сказать, моему пледу 5 лет. Так. 5 лет я его регулярно стираю. Все-таки у меня маленькая дочка. Угу. Какие испытания только он мне не пережил. И на природу я его с собой брала. Угу. И что самое главное, после всех стирок, после всех этих испытаний, он остался такой же нежный, он остался такой же мягкий и пушистый. Вот если вы хотите делать приобретение раз и надолго, забирайте плед «Золотой рассвет», ведь он будет вас согревать, он будет вас нежить и баловать долгие годы, потому что это высокое качество, которое Катя сейчас доказала в прямом эфире. Ну а мне хочется сказать, Катя, знаешь, с одной стороны гладкая поверхность, такого, знаешь, очень густой, как будто мех, а с другой стороны тоже пушистая поверхность, то есть получается, что у нас с двух сторон и идет тепло. Абсолютно верно. С двух сторон идет тепло, но что очень важно, это сухое тепло. Именно сухое, то есть не будет парникового эффекта. Что очень важно, в любое время года, и зимой, и летом, вам плед из Аэрсофта будет дарить именно необычайную нежность и необычайно сухое тепло. Оль, важный момент, что такой плед я рекомендую не только взрослым, но даже самым маленьким детям. У моей дочки он появился, когда ей было всего полгода. Ведь именно Аэрсофт гипоаллергенный и безопасен для здоровья как маленьких детей, так, конечно же, и взрослых. Сделайте заказ прямо сейчас. Это специальное предложение только сегодняшнего дня. Меньше чем за 1000 рублей вы получаете мягкий, пушистый, нежный и очень приятный плед, в который вы будете укутываться. А представляете, как будет приятно весной или летом, когда вы уже поедете на дачу, устроиться на веранде, заварить вкусный чай с травами, укутавшись пледом, вести задушевные беседы со своими родными и близкими. Какой это приятный подарок и старому, и малому. И ведь это тепло, тепло душевное, которое вы дарите вместе с подарком. Меньше 1000 рублей. Это идеальная покупка, первая покупка на шоп-н-шоу. Если вы смотрите наш телеканал и пока еще не делали заказов, сделайте его прямо сейчас, пока есть все 4 расцветки. И собирайте до бесплатной доставки. При сумме заказа на 3900 рублей ваш заказ приедет абсолютно с бесплатной доставкой. Я для себя выбрала вот потрясающую расцветку с бабочками. Кать, как он называется? Это у нас, Олечка, цветочный букет. Да. Необыкновенный цветочный букет, который будет украшать твой интерьер и согревать тебя. Но, как эксперт, я тебе рекомендую присмотреться еще и к ласточкам для создания более гармоничного интерьера. Ведь они в едином стиле, да, и у тебя будет 2 красивых акцента. Ну и, конечно же, Оль, я хочу отметить, что по такой цене нужно брать 2, 3, 4. Ведь это прекрасный подарок, это необыкновенное тепло, которое будет согревать вас и окутывать нежностью. Не упускайте это выгодное предложение.